Текстильная столица. Такое название получит Ивановский фэшн-проект. О модном фестивале нового формата на пресс-конференции журналистам рассказали его организаторы. В отличие от традиционной льняной палитры, текстильная столица делает упор на молодых дизайнеров со свежим взглядом. Для них это отличный шанс показать свои работы гостям и потенциальным работодателям. Посетители фестиваля смогут не только увидеть дефиле, но и послушать лекции о моде. Мы подготовили очень насыщенную деловую программу и программу лекций. Причем с самого начала мы готовили лекции не какие-то там очень научные, а мы готовили такие лекции, которые мы хотели бы посетить сами. Эти лекции очень важны для любого дизайнера и для любого активного человека, который имеет желание как-то развиваться. Средний возраст дизайнеров от 20 до 30 лет. География фестиваля охватывает несколько российских городов. Около трети участников из Иваново. Для выпускников текстильного института это хороший старт на дизайнерской стезе. Хорошим подспорьем для них стало и то, что участие в показе бесплатное. Не все понимают, что карьера строится постепенно. И от этого никуда не уйдешь. И сначала надо наработать на каком-то конкретном, понятном месте. С Москвы не начинают. Или если начинают, то, ну знаете, это тоже не всем дано. Фестиваль продлится 3 дня, с 6 по 8 июля. Открытие пройдет в музейно-выставочном центре на Советской. Широкому кругу зрителей коллекция будет представлена 7 июля в Ивановской филармонии. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.